Экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков покинул пост помощника руководителя администрации президента России. По его словам, отставка произошла из-за достижения предельного возраста. Только вернувшись из Москвы, экс-губернатор Дмитрий Аяцков пригласил к себе в гости нашу съемочную группу. В его небольшой квартире в центре города огромное количество уникальных вещей, чего только стоит коллекция часов, которая с успехом могла расположиться и в музее. Особая гордость экс-губернатора – часы из реквизита фильма «17 мгновений весны». Я их обычно завожу с интервалом 5 секунд. И вы представляете, какой идет бой. А это рабочий кабинет. Дмитрий Федорович признается, что не любит больших помещений. Здесь каждый сантиметр стены напоминает о периоде его губернаторства. Вот эту фотографию мне подписал сам Билл Клинтон. Когда мы встречались в Бирмингеме, когда шли переговоры о вступлении России в большую семерку, чтобы стать восьмеркой. Работа в администрации президента тогда стала новой ступенью в карьере Аяцкого. Почти 5 лет кропотливой работы. Свою отставку Дмитрий Федорович принял с пониманием. Я поддерживаю идею президента, что должно быть обновление, что должны прийти к управлению молодые, талантливые специалисты. И пришло время. Нужно уходить. Дмитрий Федорович, как всегда, полон сил и энергии. В ближайшее время собирается отдохнуть с семьей и поездить по стране. А после отпуска вновь на работу. Но об этих карьерных планах он пока не говорит. Вы будете со мной работать как минимум до 2017 года. Где? Ну, поживем, увидим. Лилия Матвеева, Анна Гальцикова, Вадим Лысов, Павел Криклевец. Вести, Саратов.